Теперь поговорим о том, за что я люблю Тофу. За ассортимент. Потому что обуви действительно очень много. Обуви совершенно разные, на все возраста, на все размеры. Об этом мы с вами отдельно поговорим. И что самое, мне кажется, прекрасное, то, что обувь очень актуальна, обувь очень соответствует современной моде, например. Смотрите, что у меня есть. Ну, как бы да, с одной стороны, очень-очень спорная вещь. Такие резиновые ботиночки. Сейчас объясню, зачем я их взяла. Резиновая обувь в последнее время — это то, что не зазорно носить, даже, знаете, с какими-то офисными комплектами. Понятное дело, что этот вариант не для каждого, но я прям обязана вам была про него рассказать, потому что это настолько удивительно, уникально, как нечто, казавшееся раньше настолько немодным, настолько вещью дурного тона, оказалось такой популярностью. Ну и, конечно же, помимо вот этого всего модного, есть обычная, хорошая, адекватная обувь с хорошим соотношением качества и цены. Очень широкий размерный ряд. Ну, то есть, действительно, ультрамаленькие размеры. То есть, посмотрите, вот это вот прелесть, очень, очень милые ботиночки, очень актуального оттенка и 33-го размера. Просто у меня есть подруги с такими очень маленькими ножками, и они реально страдают, потому что очень что-то адекватное, сложное найти. Все либо такое детское, инфантильное, либо уже абсолютно не по возрасту. Помимо супер маленьких размеров, здесь есть еще и супер большие размеры. Вот, например, на девушку с 44-м размером ноги. Бывают и такие, таких я тоже знаю, и им обычно приходится шить обувь на заказ. А это не всегда оправданно, это занимает время, это достаточно дорого и, понятное дело, тоже неудобно. Теперь можно не страдать, теперь можно прийти в Тофу и подобрать себе уже какой-то готовый вариант обуви. А, понятное дело, здесь для широкого голенища обувь, для узкого голенища, в общем, самое разное. И очень радует, на самом деле, что производитель думает как раз о том, что мы, женщины, разные, о том, что ноги у нас разные, и каждый из нас при этом со всеми нашими различиями хочет быть красивым. А вот это, друзья мои, стоечка, которая называется «Настоящее женское счастье», потому что любая пара туфель за 790 рублей. И это тот момент, когда ты не можешь выбрать что-то одно, но ты не должна выбирать, потому что ты можешь взять и голубенькие, и розовенькие, и красненькие, лаковые тоже. А все почему? Потому что в туфель постоянно есть акции, постоянно есть стенды с обувью дешевле, чем обычно, и обязательно можно все что-то себе прикупить и выбрать, даже если не такой же большой бюджет, который вы готовы спустить на пару обуви.